Всем привет, ребят! Сегодня мы с вами полазим по самым тайным уголкам интернета. А точнее, загуглим 7 вещей, которые гуглить явно не нужно. Будет интересно? Поехали! И первым делом мы с вами загуглим такое слово, как мокрая куала. Вернее, словосочетание. Что в этом такого? А хотя, ну, немножечко такое неприятное фото. Мокрая куала. А вот это прикольное фото, оно мне нравится. Да, странное фото и не страшное даже ничуть. Теперь мы с вами загуглим две девушки, одна чашка. Что-то знакомое, по-моему, я в детстве уже это искал. Фу, блин. Что это такое? Фу, это неприятное фото, блин. Это опять какой-то странный мем. Two girls, one cup. Блядь. Я думал, это мем. Извиняюсь. После вот такого вот неприятного, блин, фу-фу-фу, странного мема, мы с вами загуглим слово фунрье. Я не знаю, что это такое. Я не ставлю это в ролик. Вернее, запись не вставлю, но по моей реакции понятно, что это вообще не из приятных. Фу, это вид гангрены. Блин, зачем я снимаю вот такие видео, я не понимаю. Мне и так психика, блин, побитая. Еще хуже становится. Теперь мы с вами загуглим слово мистер руки. Базуки. Я надеюсь, это мем. Я очень на это надеюсь. Ну и вот, как я говорил, руки-базуки. Кирюша Терешин. Он вообще жив еще? Я что-то давно про него ничего не слышал. Следующее слово у нас будет надгортанник. Я знаю, что это такое, и выглядит он не очень приятно. Если что, вы, наверное, все видели у себя это есть у каждого человека. Я когда у себя это увидел, я достаточно сильно испугался. Я думал, я чем-то заболел и скоро умру. Теперь у нас будет еще одно слово, которое по-любому знают многие. Это слово трипофобия. Это боязнь дырок. Трипофобия, да. Вот, такое вот, такие картиночки. Естественно, это все монтаж. Вот это, наверное, самое известное, ее многие видели. Я раньше думал, что это может болезнь какая-то, а потом узнал, что это обычный грим и монтажик. Да, это боязнь вот большого количества дырок. Блин. Ой, фу, это неприятно, это некрасиво. Ну и последнее на сегодня у нас будет имя. Брайан Пепперс. Наверное, многие слышали, возможно, про него. Я лично слышал, я помню примерно, как он выглядит, и вы сейчас, наверное, вместе со мной, но немножечко офигеете. Брайан Пепперс. Меня просто от внешности уже, блин, корежит. Особенно мне вот это фото. Из-за него прям дико жутко становится. Ужас. Если вот поискать полностью про него информацию, то выйдет вот это. Брайан Пепперс, ныне склеивший ласты человек, ставший интернет-мемом в Форчане. Хотя прежде стелся в виде... Ага. Конечно же, в Гугле есть еще огромное количество таких странных, жутких, непонятных запросов, которые делать явно не стоит. Но многие из них YouTube просто не пропустит. Даже вот в этом ролике слово «фунрье» мне пришлось вырезать. И поэтому в нем были такие более-менее лайтовые поисковые запросы, но которые тоже жуткие. А если видео вам понравилось, то, конечно, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментарий, колокольчик, все приветствуется. А с вами был я, Ультимейт. Всем удачи, всем пока.